Итак, долгожданная посылка, это ключница. Значит, указали тут 65 центов. Молодцы китайцы. Отдал я за нее $4.82. Вот пометил. Специально. Что тут за продавец? Так, через Литву. А через Латвию. Так, больше тут вроде ничего не указано такого. Всего-то 45 грамм. Так, аккуратно распаковываем, потому что моя ключница, она уже повидала виды, точнее, как это называется, чехол для ключей. Оба-на. Так, это нафиг. Угу. Так, ну, весьма прикольно. Цепочки, идет кольцо, тут крабик, не знаю, кожа, не кожа, вроде как указано, что кожа, так, вроде и пахнет, кожа, возможно, ну, посмотрим, как будет она носиться, такой коричневый цвет, темный, со строчкой. Мягкий очень такой материал идет, то есть это кожа, мягенький такой, приятный на ощупь, потому что моя ключница, вот она, ее конечно уже на выброс, вот $4.82, пришло за недели 3 где-то в Минск. Вот такая вот июльская приятная покупка. Ну, на этом все.